В настоящий момент в Хабаровском государственном институте культуры можно получить практически любую творческую специальность, за исключением изобразительного искусства и дизайна. ВУЗ реализует 92 программы высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. Сейчас в нем учатся почти 1000 студентов. Многие из них – участники творческих коллективов ВУЗа. Так, студенты представляли край на международной выставке «Форуме Россия» в Москве. Богат на таланты и педагогические состав вуза. Все, кто доктора наук, кандидаты наук, почетные звания и лауреатство имеют преподаватель 89% из всех всего преподавательства. Это довольно высокий уровень, что, в общем-то, позволяет качественно готовить работников культуры. Так, в прошлом году Сергей Скоринов получил звание ректора года, опередив других руководителей вузов культуры страны. Премию ему присудило Российское профессорское собрание. На совещании глава региона и ректор уделили внимание патриотическому воспитанию молодежи. Например, деятели искусств Хабаровского края разговоры о важном со студентами посвящают патриотическому репертуару. Мы видим, на Западе сегодня есть попытки отменить русскую культуру. Это, конечно, деструктивный абсолютно путь. Мы этому можем противопоставить только любовь, силу творчества, любовь к России в первую очередь, любовь к родным, к близким. В прошлом году Хабаровский институт культуры отметил 55-летие со дня основания. В честь этого события было принято решение увековечить память бывшего ректора, народного артиста России и хорового дирижера Валерия Успенского. В будущем на здании института установят мемориальные доски и другим деятелям культуры. Арина Садатенкова для «Большого города».